Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Vezel без пробега ПРФ, гибрид в белом цвете 2014 года выпуска. На бензиновом двигателе объемом 1,5 литра, мощностью 132 лошадиные силы и гибридная установка на 22 кВт. АКПП, передний привод. На автомобиле у нас имеются рейлинги на крыше, спойлер, камера заднего вида. Хорошая резина, литые диски, ветровики, повторители в зеркалах, бесключевой доступ. Пробег автомобиля 114 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Темный салон, чистый, ухоженный, комбинированный ткань, кожа. Имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, подогрев передних сидений, подогрев заднего и боковых стекол, режим спорт, электроручник, брейк-холд, кнопка старт-стоп. Мультируль, круиз-контроль, подрулевые лепестки, режим экон, система курсовой устойчивости, подогрев зоны дворников, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 81, 91, 92, 88, 69. 86, 89, 95, 79, 81, 82. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.